Начиная от развивающих игр для малышей, заканчивая серьезными спортивными направлениями для подростков, более 50 участников собрала межрегиональная выставка-ярмарка «Умный ребенок», которую впервые провела в Вологде Вологодская торгово-промышленная палата. Этот проект – помощь и малому бизнесу, и родителям, которые ищут возможности для развития своего ребенка. Мария Поздеева расскажет подробнее. Примерить на себя разные профессии, принять участие в интеллектуальном квесте – это уже знакомо школьникам. Другой интересный опыт – написать единый государственный экзамен. Попробовать силы могут и малыши, и взрослые. ЕГЭ плотно вошел в нашу жизнь, и на сегодняшний день начинают готовиться к ЕГЭ уже с первого класса. И в нашем центре есть занятия для детей любого возраста, начиная от подготовки к комплексной единой работе, которую называют малышковым ЕГЭ, и начиная и детей 11 класса. А взрослым тоже иногда хорошо вспомнить себя школьником и встать на место своих детей. Здесь же можно записаться и в понравившиеся студии, кружки изобразительного искусства, шахматы, шашки, театр, танцевальные, театральные направления. Себя презентует и единственная в городе школа джиу-джитсу. Наша аудитория в основном это школьный возраст, есть ребят-подростки, есть взрослые люди, каждый преследует как бы свои цели, есть дошкольные группы. Дошкольные группы это гимнастика, подготовка к борьбе, то есть элементы борьбы, физическая подготовка, растяжка и так далее. А, соответственно, школьники – это уже спорт. Всего участниками выставки стали 50 учреждений, модные показы и мастер-классы, шоу для детей, открытые уроки. Важно не просто рассказать, все показать в деле. Пришли на перспективу, чтобы посмотреть, что в будущем заинтересует ребенка, может быть. Гимнастику спортивную планируем через пару лет ребенка записать. Очень интересные конкурсы для детей. Пусть даже и для малышей, но все-таки очень приятно подарки получить. Ребенок доволен и занят. Мамы тоже, я так думаю, вроде как нормально. Все, обошли, все посмотрели, в принципе, понравилось. Выставку организовала Вологодская торгово-промышленная палата при поддержке городской администрации областного департамента образования. «Умный ребенок» – это часть нового проекта «Вологда-экспо», который торгово-промышленная палата запустила в этом году. В его основе целая серия выставок, в том числе и межрегиональных, и международных, посвященных различным социальным темам. Как показывает опыт проведенных ранее наших выставок, клиенты обычно очень довольны, они знакомятся между собой, возникают какие-то новые идеи, происходит дифференциация бизнеса, открываются новые направления, они между собой, работая на одну и ту же целевую аудиторию, находят какие-то новые ниши. За год в Вологде, кроме этой выставки, прошли еще три подобные для пожилых вологжан, людей, интересующихся здоровым питанием, а также для юных жителей областной столицы и их родителей. Впереди очередная тройка. В октябре пройдет специализированная выставка-смотр продукции малого предпринимательства и фермерских хозяйств. В ноябре экспозицию посвятят субконтрактации и импортозамещению, в декабре – новогодним подаркам. Мария Поздеева, Денис Терин, Вологда портал.